Всем привет! Сегодня 15 февраля 2020 года. Харьков. Утром было почти 15 градусов мороза. Деда печка работает. Причем печка работает на дровах. Уголь нынче в дефиците. Это щепа делаю такие тонкие, чтобы можно было растопить. Бумага для розжига, пенечек, чтобы делать щепу, вот таких вот досточек раскалывать. И топлю я вот такими вот толстыми вот. А вот такие тонкие, вот, их надо дробить. Особенно вот это виноград, много лозы под винограда. Сидеть резать ее тоже время занимает. Вот такие толстые, у меня есть специальный станок, видите? Они режут такой длины, где-то 300 миллиметров. Вот. Можно чуть покороче. Толстые можно резать и пилой. На станке поставил и быстро порезал. А тонкие желательно измельчать для мульчи, чтобы было. Поэтому был задуман и сделан вот такой станок. Есть в плейлисте измельчитель веток, там подробно рассказано, как я с него делаю. Электродвигатель. Это пуск. Конденсаторы стоят, пусковые рабочие. Так, это маховик с этой стороны. А с этой стороны у нас шкив на электродвигателе. Стоит вот он и передается вращение на вал. На валу это вал из-под строгального станка. Вот он. Видите, вот стоят ножи. Вот уже зазор здесь хороший. Его надо чуть-чуть вот так вот я подгоняю, чтобы был зазор минимальный вообще. Полмиллиметра, чтобы было даже. Но для этого перед этим я заточу. Затачиваю прямо здесь на станке. Сейчас я это покажу вам, и вы убедитесь. Поставлю камеру. Так вот. Так, обходим. Одеваем очки обязательно. И это арсенал, машинка. Беларусь делала китайские запчасти. А теперь смотрите, я стараюсь, вот эти два ножа, они сделаны из рессоры. Не знаю, москвича или газели, но с чего-то сделаны. Крепкие, не надо калить. Выставляю примерно под 45 градусов. Вот так немножко провожу, чтобы было видно, и запускаю. Вот и вся заточка. Не надо много снимать. Достаточно, ну, две десятки. Десятку. Где берет, где не берет. С этой стороны и также со второй стороны. Все, заточка выполнена. Толстые, 8 миллиметров. Они будут твердость хорошая, там, наверное, единиц 50 с чем-то. И они рубают, видите, вот, это даже вот я елки рубаю, осталось под елок. Поэтому даже такие вот вещи вот перерубают, как это. Когда мне надо измельчить
допустим, сено, солому, траву. Я ставлю сетку. Вот сетка подходит прямо под это, я приподнимаю ее чуть-чуть вот так вот. Она залазит под самый этот. И через отверстие выбираете любой размер, какой вам надо. Максимальная длина здесь получается сколько? 20 миллиметров. Делает 15, 10 будет делать. Все зависит от вот этой сетки. У меня 4 такие сетки, разные отверстия. Муку пробовал делать, зерно дробить плохо, пылит, очень пылит. Пыль идет здесь через кожух, у меня вот кожух крепится такими, я думаю, видно будет. Вот. Кожух крепится специально, я снял, чтобы вам видно было. Сильно пылит. Для этого есть у меня другая машинка, которая перемалывает, чтобы можно было готовить корм птице или кроликам, животным, короче. Так, спасибо, что были у меня в гостях. Заходите, спрашивайте. Пока. До новых встреч.